Ребята, всех приветствую. Сегодня хочу вам показать вот такую проблему. Это автомобиль Mitsubishi Lancer 9. И вот получается, дверь-то не закрывается. Что там такое случилось? Назад ручка не возвращается. Как можно сказать, что здесь, так и здесь. То же самое. Сейчас буду разбирать, посмотрю, что там случилось. Ребята, обшивка. Вот такие вот закрывашечки. Здесь поддел ножичком. Здесь вот тоже ножичком поддел. Чуть-чуть прям острым вот сюда. Здесь то же самое. И здесь. Это 4 точки, 4 болта. Остальное, наверное, будет на пластмассовых этих клипсах, или как они называются. Ну, сейчас посмотрим. Так, ребята, вот это вот снимается. Вот это надо подгинать вот таким макаром. Так, и в эту сторону держится на вот, вот квадратик и вот квадратик. То есть вот здесь вот ножичком вот так вот приподнял чуть-чуть вверх и на себя. Здесь наоборот вот так раз и на себя. Это тоже вылазит. Здесь получается два штыря вот таких. И вон туда. И здесь еще вот заусенцы. Вот. Вот заусенец. Вот. Правда, они уже тут покоцанные. Но он держится болтом хорошо. Так. Разбираю дальше. Так. Здесь, в общем, ребята, как я и сказал, все на пластмассовых клипсах. Ножик в щель загоняю. До клипса довожу. Потом вот так вот ее поворачиваю. И она отстегивается. Сейчас покажу вот здесь вот. Здесь у меня щель, вот она. Вот довожу. Вот. Дальше не идет. Поворачиваю. Вот все. Она отстегнулась. Следующую. Конечно, это надо делать обязательно в теплую погоду. Вот. Опять отстегнулась. Следующий ножик потоньше. А, вот еще одна. Есть, отлично. Все, сейчас буду снимать. Открыл. В общем, ребята, очень просто. Все, когда прошелся снизу полностью, низ на себя и вверх ее всю. Вверх и чуть-чуть сюда. Потому что вот здесь вот немножко вот такой вот закидон. И он здесь упирается вверх и чуть-чуть сюда. И все, и она вылазит. Сейчас буду вскрывать, смотреть, что же там все-таки с ручкой. Вот такая вот противошумка, походу. Здесь ее отрываю, вот так отгинаю. Ну, походу, кто-то уже лазил, потому что дальше вот не отрывается. А отсюда очень хорошо оторвалось. Так, сейчас посмотрим, что там внутри. Ребята, плохо здесь видно. Хочу попробовать снять. Снять, вот он, болтик один. Попробую сейчас его открутить. Антон. Плохо видно. Попробую его открутить и посмотрю, что оно. Вот он, красавец. Попробую, что оно у меня получится. Так, в общем, ребята, небольшая проблема. Болт открутить не смог. Очень туго. То есть он или заржавел, или как. В общем, я его пытаюсь, но он не идет. Боюсь, я ему сейчас отверну башку. Потом что делать, кто его знает. Попробую, как говорится, сейчас отремонтировать сначала так. Если не получится, тогда буду думать дальше. Здесь, ребята, что обнаружил. Все очень просто. Вот этот механизм, вот он. Значит, попробую добраться. Вот эта вот пружинка. Вот она. Вот она пружинка, вот эта. И вот эта вот вся балда. Она вот здесь вот ходит, вот в этом месте. И вот здесь, походу, она просто заржавела. Сейчас я попробую, конечно, здесь ее помазать. Сейчас попытаюсь показать. Получится, не получится. Вот она. Вот она там вся ржавая. Вот. И вот она, по-моему, просто вот здесь вот. Вот на этом она... Соединение заржавело.
Сейчас буду мазать, посмотрю, что будет получаться. Я пока что вот этот рычажок скинул. Маленький вот этот вот рычажочек. Вот этот вот. Вот этот рычажок пока отсоединил. Но сейчас посмотрю, что получится, помажу. Так, в общем, ребята, как я и предположил, так оно и есть. В общем, здесь, короче, просто-напросто заржавело все. Заржавело. Сейчас попытаюсь показать, где заржавело. Я сейчас все разработал, просто помазал. Сначала ВД-шечкой побрызгал, подрыгал, подергал. Сейчас вот еще, правда, не мазал, но я сейчас намажу, возьмусь маслицем здесь все. И все будет отлично. Как бы показать. Снять я так и не смог, потому что болт, я так предполагаю, там, наверное, быстрее всего гайка и в пластмасске гайка впаяна. Потому что я начинаю нажимать, слышу, так оно мягко, но, в общем, не стал я трогать, потому что это потом больше проблем будет. Так, здесь, значит, что, ребята? Вот оно все работает. Все отлично, все пашет. И вот если присмотреться, сейчас попробую показать. Вон верхняя часть пружины. Зараза, вот сейчас не держится, назад обрывается. Так, сейчас попробую показать. Перекрывает оно все, конечно. Так, сейчас я с той стороны что-нибудь тогда засуну и покажу. Не стал заморачиваться, сбросил тягу. Тягу сбросил, осталось открытым. В общем, вся причина в чем? Вот. Вот этот вот кронштейн, вот он, так. Вот здесь вот ось, вот она ось. На ней вот этот вот рычажок, который вот она ходит вверх-вниз. И пружинка. И вот здесь оно еще входит, вот здесь. У меня вот здесь вот заржавело. То есть вот в этой вот штуке, вот здесь отверстие, и оно вот здесь вот заржавело, вот в этом месте. Здесь нормально, здесь нормально, здесь тоже, но она походу уже ось. Или намертво здесь крепится, или, может быть, она тоже уже здесь заржавела, не знаю. Ну, в общем, у меня вот здесь была причина. Здесь, как говорится, побрызгал ВД-шкой, и все. И, в общем, вся эта кухня заработала. Стала работать. Вот. Вот таким вот макаром все это пашет. Вот. В общем, сейчас покажу, как на улице. Так, ребята. После, как говорится, смазки коленом упру. Все работает четко. Без всяких проблем. А я и смотрю, здесь получается, смотрю, эта ручка, значит, таким макаром работает. Как-то подклинивает. Думаю, что там, пружина слетела или что такое может быть. Но дело все в том, что смотрю, и это тоже. Также дверца, в общем, она, это же канитель, она не возвращается назад. Вот. И, в общем, по всему кругу на машине такая канитель. В общем, просто, ребята, пришло время и заржавело. Здесь еще вот эта вот вся конструкция. Здесь вот щели проходные. Сюда летит, конечно, все, и песок летит. Соответственно, пыль, грязь, сырость. И, соответственно, вот тебе результат. В общем, надо все полностью их разбирать. Вот таким макаром промазывать, разрабатывать, и все работает отлично, просто супер. Итак, ребята, результат. Все четко, все работает. Но здесь, ребята, смысл такой: здесь вот хорошо пролило смазки, все, ну, ерунда, вымоется. Здесь смысл такой: как только появились первые признаки закусывания, надо разбирать и мазать. Потому что, в общем, чем дальше, тем будет только хуже. И разрабатывать потом сложнее намного. А так, чуть прикусывать, побрызгал, помазал хотя бы ВД-шкой. И все. И, как говорится, без всяких проблем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.